Суровая машина законотворчества продолжает хуярить паровозом по кошелькам честных тружеников. Не так давно государство любезно предложило увеличить пенсионный возраст, а заодно и въебать НДС повыше. Зато пенсионерам пока разрешено бесплатно собирать в лесах падали сухие ветки. Казалось бы, эти неожиданные задумки теперь должны полностью решить все проблемы народонаселения. Но вдруг родилась очередная идея. Минсельхоз хочет взять под контроль сбор грибов, ягод, березового сока и лекарственных трав. Сейчас сбор дикорастущих растений никем не регулируется, и ведомство решило, что пора этот пробел заполнить. А так серьезно начинала. В самом Минсельхозе считают, что дикорастущие грибы, ягоды и лекарственные травы – это просто ценный ресурс, который обладает высоким экспортным потенциалом. Ну, давно пора. Не унывай, все будет хорошо, не забывай, кому пойти за счет, не унывай, все будет хорошо, не забывай, давай, давай еще. Это какой-то позор. Прошу вас отнестись к этому с пониманием. Ha ha ha!